Приветствую, дорогие друзья! Роджин здесь. И сегодня у нас 64-я миссия в скоростном прохождении Stronghold Crusade. Миссия называется Мираж, миссия нереально жесткая. И я бы сказал, что это кошмар, а не миссия. Ресурсов у вас мало, делать вам нужно много, кликать вам нужно много, попрошайничать вам нужно много. Присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Для начала мы уменьшаем скорость и ставим 4 склада, затем мы ставим рынок, амбар, 3 хижины, после этого мы выставляемся так, как нам в принципе удобно, то есть мы ставим лагерь наемников, затем ставим гильдию инженеров, затем ставим 2 трактира, после этого мы по идее должны или поставить 2 яблоневых сада, или отправить ассасинов, куда вы вот увидели, я там по флажку отправил 3 ассасинов и лорда отправил рядом, потому что там будут находиться как раз... арабский лагерь, возле лорда будет находиться каменная казарма, и мы все сделаем. Теперь мы начинаем попрошайничество. Попрошайничество мы можем делать у аббата 40 хлеба, у маршала 50 хлеба и 10 сыра, но 10 сыра мы будем просить чуть позже. Если же все-таки нам удастся выпросить, то это хорошо. Разнимаем рабов, нанимаем 7 инженеров для того, чтобы нам можно было сразу атаковать первого соперника. Выставляем 18 танцующих медведей. Покупаем 5 эля. После этого мы ставим каменную казарму. После этого мы закупаем 20 дерева и ставим себе 4 яблоневые фермы в любом месте. Иногда вам может повезти, иногда вам может не повезти. Я много раз проходил, у меня, например, снизу детишки бегали. Необходимо на инженерах сделать щиты. После этого нам необходимо будет нанять чуть-чуть прачников. И нужно будет нанимать ассасинов. Биндим лучников на 2, прачники у нас будут забинжены на 3, щиты у нас будут забинжены чуть позже. Щиты у нас будут забинжены чуть позже на 1. Не забываем ассасинами разрушить арабский лагерь. Вот, на самом деле очень много чего объяснять надо. В общем, лордам, в общем, ассасинами, нам надо не забыть ассасинами разбить арабский лагерь. После этого не забыть лордам разбить каменную казарму. После этого нам необходимо продать весь хлеб, весь сыр, все, что выпросили. После этого нам необходимо поставить флажок на ассасинов и нанять ассасинов. Затем нам нужно щиты лучников и прачников подвести ближе к замку. Именно причем чуть-чуть, вы видите, чуть-чуть левее, чем лорд. И туда же подвести ассасинов. Мечники пойдут на вашего лорда. У вашего лорда будут чуть-чуть проблемы с ХП. Ваши прачники должны в рукопашку уничтожать конницу. Или если есть возможность, то ваши прачники должны уничтожать, ну, хотя бы каким-то образом эту конницу. После этого вы ставите флажок. И да, у вас ассасины могут не идти, потому что на флажок может подействовать баг. Типа, нельзя зайти на главное здание к лорду. И фиг, вы пройдете эту миссию очень быстро. Вам необходимо также закупаться хлебом для того, чтобы поставить пивоварню. Не забыть закупить... хлебом. Деревом для того, чтобы поставить пивоварню. Закупиться деревом для того, чтобы поставить оружейку. Причем, если мы не поставили лесопилку, то у нас будут проблемы. Не забыть поставить налоги, что я сделал уже. Но, как бы, ничего страшного. Я надеюсь, это никак не повлияет. Один лесопильщик нам принесет, по-моему, 18 дерева. Мы это 18 дерева должны использовать как раз по назначению. Затем мы, после того, как быстренько убиваем эмира Амара, мы нанимаем 15 лучников на этот, биндим их на четверочку и делаем этим лучникам расположение под щитами, которые у нас были с самого начала. Самых начальных воинов нам нужно сохранить. Желательно сохранять щиты. И желательно сохранять трех лучников. Прачники, да вообще плевать. Это просто мясо, которое нам, в принципе, не надо. После этого мы переводим ассасинов чуть-чуть пониже, потому как мы сейчас будем убивать желтого соперника. Это очень-очень-очень муторное занятие. Нам необходимо нанять чуть больше щитов и постоянно попрошайничать у господина маршала. Помните, что попрошайничать у господина маршала мы можем прямо вот, я не знаю, ну примерно, если вы вспоминаете, при каждые 30 секундах вам нужно попрошайничать 10 сыра и 10 яблок. В конце концов, как только у нас аббат попросит помощи, мы примерно отмеряем минуту-полторы, может даже две, мы можем попрошайничать у него начинать хлеб. Попрошайничать хлеб можем в огромном количестве. Так, зачем нам эти лучники, прачники, щиты и все остальное? Для того, чтобы уничтожить лучников, которые будут у Назира. Ну, то есть у желтого соперника, как я говорил. Потому что лучников он выводит, соответственно, нам необходимо как можно ближе подойти лучниками, чтобы наших ассасинов никто не расстреливал, потому что у лучников приоритет идет на лучников, соответственно... щиты будут защищать наших лучников. Нам нужно будет переводить щиты, потому что там много осадных орудий. И чтобы наши щиты не ломались, нам нужно будет переводить эти щиты сзади, которые стоят, вы сейчас увидите, чуть-чуть вперед. Вы видите, там желтый щиток. И лучника у меня расстреливают лучников. Ну, даже если они не расстреливают лучников, то и ладно. Они отвлекают на себя внимание в то время, пока ассасины мои сейчас будут убивать Назира. Дальше, но мы должны нанять будем еще 15 лучников. Не забыть поставить, если у нас есть дерево, яблоневые сады. Но ставить их надо на все дерево и потом вообще полностью забить.
Когда будем атаковать последний раз, нам нужно будет накопить чуть-чуть больше ресурсов. Вы сейчас видите, как я пытаюсь попрошайничать у Аббата. У Аббата я всего лишь выпросил 10 хлеба. Там в каком-то из определенных моментов я просто забью на это на все и буду только атаковать. Не забываем, что после того, как мы убиваем Назира, нам нужно нанять еще 15 лучников и еще дополнить наши ряды щитами. Так же самое я переразнимаю щиты, но так как у нас имеются баги Стронгхолда, то у нас инженеры куда-то пропадают, не понять куда. Это стандартная практика для Стронгхолда, когда я прохожу... Когда, точнее, начинаю скоростные прохождения, там какие-то баги сраные случаются, вообще непонятные, не понять откуда. То чувак перенанимается, не понять как, то у него не понять откуда много войска, то Барбакан не хочет открываться. Вы понимаете, ассасины на Барбакане стоят, а Барбакан не хочет открываться. Слушайте, я поиграю эту миссию, я попробую понять, откуда все эти баги просто вылезают. Ну, я догадываюсь, что там с Барбаканом, но, блин, почему блокируется замок, ну, главный замок лорда, вообще не понимаю. Он просто сам по себе блокируется, и на него залезть нельзя. Ни слезть, ни залезть. Очень странно. В общем, Аббат... Это персонаж, который нам будет давать, в принципе, очень много всего. Здесь нам очень сильно повезло, потому что мы тут, в принципе, можем у маршала очень много всего спрашивать. Я там 20 яблочек спросил, он там нормальненько мне кинул. Если вам, конечно, интересно, то у Аббата лучше всего спрашивать хлеб. У Аббата лучше всего спрашивать хлеб. Послание от Аббата. Наша скромная обитель не из золота сделана. Я не знаю, что тут еще, наверное, отметить. Это то, что самое главное у нас щиты, я уже отметил. Лучники, которых мы нанимаем по 15 после каждого бота. И то, что у нас здесь ни хрена нет ресурсов, поэтому эта миссия проходится очень долго. Она очень сложная, муторная. Я заколебался кликать, я хотел эту миссию пройти на 8... Ой, не на 8, на 7 минут. У меня получилось на 8 минут. Ну, вы, в общем, увидите, там почти 9, там 8, где-то 40 получилось. Но это слава богу, потому что у меня постоянно получалось вообще вначале на 10. После этого я более-менее понял, как надо. То есть вы дальше уже видите, что происходит. Мы, в конце концов, уже как только наняли ассасинов, все остальные ресурсы, которые у нас будут, мы просто запускаем в прачников. Нам уже плевать, потому как мы будем атаковать сейчас всеми войсками. Ну, дело в том, что ассасины... Это, конечно, классные войска, но вы видите, там идут мечники, и если бы эти мечники остались бы в замке, мне повезло опять с рандомом, мечники могли остаться в замке, и не было бы никаких проблем. А также я не забуду вам упомянуть, что еще мог выйти лорд. Когда мы убивали эмира Амара, мог выйти лорд. Тут, кстати, я просрал очень много лучников, вы сейчас увидите, каким образом. Я пытался их отвести, отводил неудачно. Пофиг на прачников, я говорил, что прачники — это мясо, которое нам, в принципе, вообще не надо. А вот лучников надо сохранять со щитами, но так как я придурок, то, ну, что поделать? Что поделать? В общем, ассасины должны сейчас лезть на Барбакан и открывать нам Барбакан. Прачники, вот они приходят. Мы сейчас дополнительно будем донаниматься, если есть возможность. По-моему, я тут ничего уже нанимать не буду, потому что мне уже плевать, я уже просто пытаюсь залезть на Барбакан и уничтожить. Барбакан, дай бог, откроется. Барбакан, соответственно, у меня открывается. Сейчас вы увидите. Не сразу. Да, Барбакан не открылся сразу, но открылся, все. Теперь мы можем идти спокойно лучниками и всеми. Просто в замок заходим, плевать. Убиваем лорда, главное убить всеми войсками. И все. Уже тут плевать. Лучники, не лучники, всеми в рукопашку лорда идем убивать. Ну и, соответственно, проходим эту миссию. Сорян, что я даю много информации, потому что ее реально здесь много. И прям алгоритм действий здесь невероятный. И описать его можно только так. В общем, спасибо, что посмотрели. Меня просто распирало, как из пулемета. Я там чуть-чуть иногда останавливался, но вы этого не услышите, наверное. Надеюсь, что вам понравилось, ребят. С вами был Роджен. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новых выпусков. И до встречи, ребят. До следующего выпуска.